Всем привет, с вами Gobzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет роутер. Недорогая модель TOTOLINK N600R с поддержкой диапазона 2,4 Гц и функцией Turbo Switch. Он уже доступен в российских магазинах, список актуальных характеристик по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Внешний вид у TOTOLINK лаконичный, собран корпус из белоснежного пластика с матовым покрытием. В конструкции используются 4 несъемные антенны с усилением 5 дБ. Есть возможность поворота и изменения угла наклона. Выбранное положение в последующем не смещается. По периметру вентиляционная решетка, на крышке красуется логотип производителя. На правой грани находится кнопка активации режима «Турбо». Контролировать его заряд также можно с помощью светодиодного индикатора. С противоположной стороны кнопка VPS, совмещенная с кнопкой сброса настроек. Действие меняется в зависимости от длительности нажатия. Панель разъема включает 1 ван, 4 лана и гнездо питания. На основании роутера 4 ножки, наклейка с техническими данными. Установить роутер можно будет на ровную поверхность, так и зафиксировать на стене. Сердцем TOTOLINK N600R стал контроллер Realtek 8197 с тактовой частотой до 660 МГц. Применен радиомодуль Realtek RTL 8194AR. Данный роутер работает только в диапазоне 2,4 ГГц. Эту частоту поддерживают все устройства с беспроводным подключением, включая компоненты умного дома. Также у нее есть преимущество по качеству покрытия при наличии стен и препятствий в доме или квартире. Если нужен 5 ГГц роутер, то, естественно, нужно дополнительное вложение финансовое. Интерфейс у TOTOLINK N600 дружелюбен и интуитивно понятен. На старте пользователя встречает помощник настройки. Одним окном может быть выставить тип подключения и задать данные провайдера. Здесь же устанавливается защита беспроводной сети и поддержка мобильная версия панели управления. Этого хватит для начала эксплуатации роутера, но не забыли и про тонкие настройки. Они сгруппированы по 7 разделам. На стартовый экран выводится общая информация по активности и используемым ресурсам. Здесь же версия программного обеспечения. Выбирается тип работы, поддержит основные режимы, включая репитер. Сдаются параметры ван и лан разъемов, маршрутизация и адреса сетки. Отдельный раздел для беспроводного подключения. Тут можно будет посмотреть подключенные клиенты, задать базовые настройки, активировать несколько сетей, функции VDS и VPS. Вкладка QoS, встроенный фаервол, белый и черный список, фильтрация по URL, IP, портам и MAC. Общие настройки с обновлением прошивки, параметры DNS, контроль статистики, удаленная перезагрузка, а также общие параметры системы. Сейчас вы видите данные, полученные в ходе синтетических тестов и наших замеров. Напомню, что по ссылке находится текст-обзор. Там можно посмотреть информацию более детально. Подводя итоги, TOTOLINK N600R – хороший вариант недорогого роутера, решающего задачи организации проводного и беспроводного доступа в сеть. Простой запуск, детальные настройки, аккуратный внешний вид, хорошее качество покрытия. Стабильная работа при продолжительной нагрузке. 4 LAN-порта и 3-летняя гарантия. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было. С удовольствием обсудим с вами TOTOLINK N600R. Всем спасибо за внимание и пока-пока.